зрители моего канала. Сегодня на обзоре у нас ручка Genhao 250. Пришла она в большой посылке, где у нас очень много ручек Genhao. Вы их увидите, я вам их всех покажу. И вот одна из них, это Genhao 250. Сама фирма очень известная в Китае. Мне она очень нравится. Ручки они делают очень качественные. Хотя и по цене тоже достаточно приемлемые. Итак, Genhao 250. Пришла в такой вот целлофановом пакетике. Его, конечно, мы в сторонку. Ручка желтого цвета. Попала она мне с Алиэкспресса. На сайте у них есть несколько расцветок. Это золотистая, стальная, черная, желтая, оранжевая и синяя. Достаточно увесистая. Длина ручки 140 мм. Вес ручки 35 грамм. А максимальный диаметр это 13,5 мм. И минимальный 9 мм. Это, естественно, пластик. И отделанные такими металлическими вставочками. На колпачке что мы видим? Это надпись Genhao. И здесь написано, что это ручка серии 250. Здесь черный пластик, скрепочка достаточно плотная. И кончик самого тела ручки тоже сделан металлическим. Открываем. Здесь мы видим характерный болт китайский. Ну, не знаю, потом посмотрим. И далее. Держатель сам ручки сделан металлический, с такими поперечными, скажем, кольцами. Ну, металлический мне не очень нравится держатель, потому что встают пальцы, но вроде ничего, сделано так под хороший хват. Само тело ручки тоже пластик с металлическим кончиком. Перо, стандартное перо Genhao. На ней написано 18K GP, то есть это иридистое золото, как бы. Стандартный, опять же, фидер для Genhao. Ничего такого сверхъестественного. Совершенно стандартный. Перо толщиной 0,5 мм. И по мягкости соответствует тоже F буквочкам. Откручиваем тело ручки. И видим стандартный механизм для набора чернил. Тоже здесь написано Genhao. Он легко снимается. Это у меня остатки прошлого заправки, но мы не будем его пачкать, поэтому возьмем стандартный картридж Genhao и, собственно, с помощью его прекрасно и напишем. Вот такая вот ручка. Как она пишет, сейчас мы об этом расскажем. Да, посылочка шла у нас 7 дней. Спасибо продавцу. Магазин я вам напишу внизу, где комментарии. Стоимость этой ручки всего лишь 192 рубля на момент покупки. Итак, смотрим, как она пишет. Эта ручка.
Вот так вот пишет ручка Джинхао 250. Что сказать по письму? Перо у нее гораздо жестче, пожестче, чем, ну, по ощущениям моим. И такое впечатление, что оно потолще вообще само по себе перо. Поэтому оно отзывается, конечно, на нажим. Вот смотрите, какие линии получаются. И потоньше вот такие вот. Обратной стороной пера тоже пишет, достаточно тонко, смотрите. Вполне себе ручка хорошая. Качество отделки пера очень хорошее, поэтому, ну вот вы когда написали, вы даже не слышите такой характерных зацепов бумаги, что делает, собственно, им честь и славу китайским производителям ручек Джинхао. Выбрал эту ручку, потому что она очень такая яркая, веселая. Может быть, кому-то подарю. Может быть, сам попишу, поприкалываюсь. Но ручка сама по себе очень качественная. Очень хорошо пишет. Чернила, кстати, в ней не засыхают. Вот уже я тоже немного ей пописал. Видно тоже, когда вначале, вот видите, немножко они тут подсохли. Потом, когда больше начинаешь писать, все нормально становится. Видимо, чернила уже проходят через все капилляры. Пишет совершенно нормально. По ручке. Что еще не сказал? По ручке что не сказал? Ну, Джинхао известный. Про Джинхао, по-моему, я рассказывал в более ранних видео. Ну, очень хороший китайский бренд. И достаточно дешев. Судя по маркировке вот на обратной стороне крышечки, это китайский бренд. Наружу он идет, не знаю. И дешевый, и дешево, и сердито все получается. И пишет прекрасно. Ручку я рекомендую. Продавца ссылку на магазин под описанием видео будет. Поэтому покупайте, смотрите. Модели по цветам выбирайте. На этом все. До свидания, до новых встреч.